Компания «Статус» собрала более 60 миллионов долларов и вызвала перегрузку сети «Эфириум». «Статус» — это децентрализованное приложение для обмена сообщениями, основанное на «Эфириум». Как сообщает newsbitcoin.com, как только начались продажи, сеть стала перегруженной и начались задержки с предоставлением обещанных токенов. Это произошло из-за слишком большого количества отправляемых одновременно транзакций на адрес смарт-контракта.